Много столетий открытый космос считался средой абсолютно враждебной для животных и растений. Ученые считали это аксиомой, пока цивилизация Homo sapiens не достигла определенного уровня развития и не поняла, что главным врагом человека является сам человек. И единственной абсолютно враждебной средой для него является его собственное сознание. Что вы знаете о любви, люди биотехнологической эпохи? Что вы знаете о полночных бдениях в чувствилищах посреди планеты, не знающей книг и электричества? Что вы знаете о способах приручения тварей, готовых перекусить тебя пополам за одно неверное движение? Только пилот знает, открытый космос есть наилучшее место для любви. Бесконечное враждебное пространство зауважает тебя только тогда, когда ты предъявишь то, чего у него нет. «Прости меня, кровь космоса», — прошептал Марат. «Я убил многих из них, но я сделал их жизнь лучше».